Бюджет на 2016 год в пятницу прошел этап общественных слушаний. С точки зрения законодательства представить проект народу обязательно. Бюджет посчитан на один год. Доходы около 28 миллиардов рублей. Расходы 31 миллиард. Несложно вычислить 3-миллиардный дефицит. Тратить планируют в основном на соцсферу. То, что касается социальной поддержки граждан, финансирования учреждений социальной сферы, как то и образование, здравоохранение, социальная политика, все эти расходы как можно ближе сохранены на уровне 2015 года. Существенно уменьшились в этом году расходы на поддержку бизнеса и инвесторов. С экономической точки зрения такой подход председатель общественной палаты Юлия Портнова считает бесперспективным. Если стратегически на этом не сконцентрироваться, то регион так и будет копить долги при минимальных доходах. К тому же, чтобы стать инвестиционно привлекательной, Ивановской области не обязательно тратить на это бюджетные миллионы. Много у нас на сегодняшний день организационных моментов, которые не дают предпринимательскому сообществу двигаться вперед. Достаточно длительные сроки рассмотрения документов, предоставления земли, предоставления разрешений на строительство, это как в качестве примера, и много-много таких параметров, согласование инвестиционных проектов, критерии их оценки не совсем, на наш взгляд, корректны и прозрачны. Обсуждение длилось недолго. Общественники рекомендовали бюджет к утверждению. Теперь главный финансовый документ следующего года отправится на рассмотрение депутатов областной думы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.